На спортивной площадке встретить День молодежи приглашают жители Ненецкого округа, региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания. Для тех, кто выступает за здоровый образ жизни, организуют спортивные турниры. Ко Дню молодежи сотрудники регионального центра подготовили серию новых и популярных видов спорта. В этом году мы решили День молодежи посвятить именно спорту, то есть такой спортивный сделать уклон. Мы проводим несколько спортивных турниров. Это первенство по лазертагу, чемпионат по боулингу и турнир по стритболу. Проходить они будут с 26 по 28 июня. Каждый день будет посвящен своему направлению. Подробную информацию можно узнать по телефону 451 51.